доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Предприятие «Газпромдобыча Оренбург» предлагает к продаже, аренде, здания и базы от 500 до 9000 квадратных метров. Телефон 73 14 74. Деньги в долг под залог недвижимости. Телефон 30 99 20. Доставка питьевой воды «Могучий источник». Стоимость 19 литров 100 рублей. Заявки принимают по телефону 60 60 04. Обучение охранников. Безопасное обращение с оружием. Телефон 58 27 25. Помощь в применении материнского капитала. Телефон 30 99 20. Для работы вахтовым методом требуются водители, а также машинисты экскаватора, катка, бульдозера и автогрейдера. Телефон 8 923 572 49 40. На комбинат «Величество трапеза» в связи с расширением производства требуются лепщики пельменей с заработной платой 28 тысяч рублей, оператор на линию 30 тысяч рублей, помощник мастера 28 тысяч рублей, мастер 32 тысячи рублей, обвальщик мяса 31 тысяча рублей, рабочие на обработку овощей 23 тысячи рублей, фасовщики и грузчики 33 тысячи рублей, уборщица 21 тысяча рублей, а также охранник с заработной платой 27 тысяч рублей. График работы 2 через 2 с 8 до 20 часов. Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. Обращаться по телефону 8 961 932 85 64. Компании «Оренбург Реалстрой» требуются водители категории А3, категории С, автослесари, электрослесари для работы вахтой 15 через 15 в Челябинской области, а также токарь и трактористы для работы в городе. Полный соцпакет. Звонить по телефону 30 2007 или 30 2067. Для работы вахтовым методом требуются трактористы, бульдозеристы и водители. Возможно трудоустройство на зимний период по временному договору. Телефон 8 922 652 60 91. В компанию «Профметалл» требуются машинист крана, начальник производственного цеха, а также уборщица. Телефон 444 888. Требуется водитель на автомобиль КАМАЗ «Лесовоз». Звонить по телефону 20 76 70. Приглашают закройщика и швей в швейный цех и на дому. Телефон 22 38 39. Требуется кондитер и помощник кондитера. Звонить по телефону 20 60 20. Требуется рубщик-обвальщик. Заработная плата от 40 тысяч рублей. Телефон 8 909 610 2803. В организацию требуются уборщицы. Заработная плата 20 тысяч рублей. Телефон 34 32 72. Требуются лицензированные охранники в городе Оренбурге. Заработная плата высокая. Телефон 8 922 625 73 74. Компании «Склад-сервис» требуются сторожа, кладовщик, а также грузчик-стропольщик. Звонить по телефонам 23 76 64 и 23 76 71. Требуются слесари-сантехники, дворники, а также машинист-погрузчика. Звонить по телефону 43 80 38. В организацию требуются водители автобусов на развозку персонала. Телефон 66 88 33. Требуются мастер-приемщик и автомойщик. Телефон 8 922 849 39 03. Требуется уборщица в автосалон. Телефон 917 770.
требуется охранник 4-го разряда. Заработная плата 1500 рублей в сутки. Телефон 8-903-368-02-79. Требуется продавец продуктов. Телефон 8-922-892-21-32. Требуется дворник в автосалон. Телефон 43-73-73. Требуются охранники. Звонить по телефону 25-94-93. Требуются мойщики на автомойку. Обращаться по телефону 43-73-73. Видеоблокнот и на общественном телевидении России. Ищешь работу? Включай телеканал ОТР. Утром и вечером актуальны вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону 31 24 00.